Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить веселую игрульку Crash Bandicoot, первая часть. И вот в прошлой части мы остановились на этом уровне, давайте же посмотрим, что нас ожидает впереди. Так, ага, какой-то чувак, судя по всему, с ним надо побазарить, что ли. Что он хочет вообще? О, он ударил, блин. Что-то вообще нифига не пойму. Блин. Так он нас мочит. Я думал, с ним базарить надо. Так, а, во. Вроде ударил его. А где полоска жизни тогда? О, блин, пузан. В итоге тушей придавил. Так, ну ты, блин, сейчас поплатишься за это. Оп. А, вон у него жизни, по-моему, внизу. Все, понял. Так, тресте второй раз. Ай-яй-яй. Прикольный такой. Это что, был босс? Главарь. Приколюха. Нифига, у него пузо так еще дергалось. Да. Первая Сонька, видите, уже смогли сделать эффект колыхающегося пуза. Так, ладно. Босса первого одолели. Едем дальше. Тут перед записью этой серии, второй, я тут разузнал, что вот, кстати, портретик взяли. Это действительно подружка нашего Крэша. Зовут ее, оказывается, Тавна. Это спасибо одному из подписчиков. Он сказал, как ее зовут и что тут за замут. Спасибо тебе, душа. В смысле, это ж пользователя так зовут, душа подписчика. Не к своей душе я обращаюсь. Вот. И, значит, ее там похитил, в общем, злой доктор, оказывается. А, так, вот, хорошо, жизнь взяли. Злой доктор, он пытался какие-то опыты там проводить сначала над Крашем, вот, но Крашу удалось, в общем, сбежать. Он хотел из него сделать предводителя своих каких-то полчищ захватчиков мира. Ой-ой-ой, ой, сейчас рванет, блин, валим. Вот, опасно, очень опасно, со всех сторон пытаются нас замочить. Блин, такие здесь пропасти уже. Сейчас. А, блин, я думал, там пропасть. Не видно было, что бережок есть. Так. Ну вот, и в общем... Так, вот уже второй портретик. В общем, этот злой докторишка, он... Я так понял, в принципе, он и дал вот эту... сверхспособности нашему Крашу, ну то есть превратил его вот в такого, ну, мыслящее, что ли, существо, с помощью опытов. Но Краш благополучно свалил, а подружка его осталась у этого злого доктора. Ну и, судя по всему, это мы ее вот как раз таки и спасаем. А на берегу мы очутились выброшенными, потому что выпрыгнул он. Уё! Ну вот это... Не на ту кнопку нажал. Ой, кошмарики. В общем, вот такая тут завязочка. Надо подружаечку нашу спасать. Вот. Так. Блин, уровень, конечно, не подарок. Да, и спасибо еще одному моему подписчику Виктору. Он тут мне немножко тоже раскидал, что вообще впереди ждет. Я-то думал, что мы уже близки чуть ли не к концовке игры. Вот, взяли очередную маску, ладно, маску. Маску рожицы. И это самое. О чем я вообще? Так, ладно, сейчас бонус уровень постараемся пройти. Так. Ну вот, блин, а, жесть, косяка упорол.
Блин, они вроде такие, с одной стороны, простые бонус уровни, а с другой там и затупить очень легко. Десантировался. В пропасть, блин. Он сейчас опустится. Тут некоторые эти бережки, они вниз опускаются, когда долго на них стоишь. Блин, опасно, опасно, все. Все против нас. Блин, аборигены, сколько они понастроили тут всякого. О, есть концовочка. О, кстати, а что за рожи были вот вверху? Видели? Такие какого-то лысого мужика. Опять же, help, I need help. Расскажите, что это за рожи были. Вот мы две их собрали. Видимо, тоже, если три собрать, что-то будет. Что они давали бы. Так, Hog Wild. О, дикий кабан, что ли? Дикий хряк. Ну да, хряк прикольнее звучит. Да ладно, и чё? О, щет! Ничего себе! Да вы ж... Во! Ничего себе! Прикольно, прикольно. Так, сейчас мы... Нифига тут, не, разнообразные такие уровни, вообще круто. Крэш оседлал. Ой-ё, а жизнь. О, чекпоинт был. Тут вообще, блин, тут еще эти со щитами аборигены. Ох, это я вообще случайно нажал, если честно, прыжок. Блин, кабаняра. Куда ты несешься? Такая еще рожа у него, ну просто это. Такой, сейчас, типа, ребята, прокатимся с ветерком, да? Бумаж! Так, блин, аборигены эти. О. Вообще палево. Ой-ой. О, жизнь, ништяк. Я только успел... О, еще жизнь, отлично, отлично, вообще четко. А то было ноль жизни. Эй! Блин, зря нажал. И там, кстати, хряка, блин, жарят. Вот ты тоже пойдешь на вертел, подлец. Неси будешь тупить. Несись так сильно, блин. Так, здесь прыгаем, на следующий прыгать не надо. Оп. Так, о, отлично, хорошо. Ну, блин. Прямо в середину въехали мордой. Да он бы снес его, этого аборигена, чертового кабана. Он же он сумасшедший. Хотя аборигены тоже психи явно на пути стоят у такого... У такой зверюги. Так, здесь проезжаем. Прыгаем. О, есть. Да-да-да, правильно. Вот, так еще оказывается, Виктор мне сказал, значит, что оказывается, бандикут... Это животное есть такое, я, если честно, даже и не знал. Действительно, есть это сумчатое, так что у нас еще сумка должна быть. Теперь понятно, куда он яблоки собирает. О, опять это вид сбоку сейчас будет. Блин, прикольно, что чередуются уровни вообще четко. Текс. А что это я не того? Может, надо с ураганом? Что такой прыжок низкий? Распрыжка. А, может надо... О, вот, точно. Прыжок держать надо. Блин. Все мои смерти хотят. Так, здесь я уже не затуплю. Вижу там рожу эту. Маску. Так, их, короче, цветки можно тоже сверху убивать. Во, вот так вот. На тебе. А, так вот, я все-таки иногда возвращаюсь к
тому, с чего начал. Оказывается, там еще два острова. Ну, я их видел, в общем-то, на фоне, что они есть. Но я думал, что это декорация. Острова, и оказывается, нет. Мы, видимо, потом на них перейдем. Так что первый остров, в принципе... Ну, я так понимаю, вот этот уровень вообще последний на этом острове. Ну, даже если так, в принципе, все равно игра, по-моему, не очень... не очень длинная. Хотя, может, там дальше вообще жесть будет, не знаю. Ай-ё! Смотрите, через самого начала начинать. Еще он сказал, что первая часть самая сложная. Ну, в принципе, сложностью... Да ё-моё. Ладно, сейчас рулеточку прокрутим. В принципе, я уже пригасился, чтобы не падать и быстро их прокручивать. Вот. И... Ну, блин, я не буду эти яблоки все собирать. Это вообще никогда не пройдем. Тут сложность, я понимаю, в чем, что здесь получается возможность засейваться, есть только... Ух ты, ух, я думал, все, свалился. Ё-моё, все-таки свалился, я будущее увидел. Да, вот эти вот неточности, они, конечно, просто это... Ну, пока они меня больше веселят... Ую! Опять этот... Кстати, вот, Виктор мне тоже сказал, что этих чудиков можно убивать. Ураганчиком. О, точно. Точно, точно, точно. Спасибо тебе. О! Я ж на нем стоял, прям на шипе, по-моему. Нифига себе. И не сдох. Ну, вот иногда и так бывает. Иногда игра все-таки дарит второй шанс. Ничего, я все равно сейчас где-нибудь сдохну. В самом неожиданном месте. Ой, опять этот абориген в стиле афро, такая прическа. Ой-ё! А чё пепелок не упал? О. Так вот, возможность, значит, сохраняться в игре есть только в бонус-уровнях, и то его надо пройти, чтобы сохраниться. Понятно тогда. В чем здесь сложность, в общем-то. Так, сейчас. Ответственный момент. Хоп. Хорошо. Так, а вот здесь я знаю, сейчас знаю. Сейчас мы вот этот вот вверху разобьем. А, о. И шар вонет. Да-да-да. Я тут уже прямо все наперед увидел. Ага. Ой, блин! А чё, она не дохнет, что ли? Вот, блин, обезьяна. Макака. С красной какой. Так, иди отсюда. Теперь я знаю на тебя управу. Я почти что имба уже. Еще пару советов мне мои подписчики скажут. И все. Я всех тут буду на раз разделывать. Так, опа. Ну, каждый раз бы жизни еще лежали бы. То второй раз не хотят. Да, вот получается, если по яблоку ураганом этим шурануть, то оно не собирается, а летает. Я еще в прошлой серии это заметил, но не был уверен в этом. Да, ребят, и... Так, сейчас. О! Вон там маска. Эх, назад не попал. Самый низ. Ладно. Зато теперь с масочкой. Мне игрушка понравилась, и я думаю, что... Может быть, не подряд, не сразу, но... По крайней мере, три части вот на первой Соньке, которые... я пройду.
Так что, ну, в общем, будет. Те, кто писал, что там и играл в нее, и классные игрухи. Да, я полностью согласен, обалденная вещь. Прям плохо, конечно, что я в тот раз, ну как в тот раз, когда, в смысле, в детстве не застал ее. Ну, как-то, не знаю, не попалась она. Да, этот уровень такой... Ой-ё! Сейчас... Да ё-моё, ой, я думал, все, хана. Так. Вот не знаю, нужен он здесь убить его или нет. А-а-а! По-моему, он там нужен, чтобы перепрыгнуть через эти. Через шипы эти. Может, я ошибаюсь. Ладно, сейчас посмотрим. Со второго раза. Цветочек выровняло. Забыл про этого. Про первого. Так. Не, наверное, все-таки надо его увольнуть, а то он сейчас... Блин, там... Всю малину нам испоганит. Да что ты? Я думал, на нем можно повыше прыгать, как и на тех вот ящиках. Получается, нет. Ладно, пошел вон тогда. О, опасно вообще. Там еще и цветок. Надо собраться с духом. Ах, есть. Так, ой, там жаровня. Так. Блин, тут еще тайминг надо подгадать. Вот оно! Есть! Ух, бережок совсем маленький. Опять это макака. Ого! Тут вообще у них у всех разный тайминг. Сосредоточиться. Вау, 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 вау. Ой, тут еще и цветки. Ну, блин, вообще обложили. Где конец уровня? Кристальчики вот какие-то. А, кстати, да, мне еще сказали, как эти кристаллы там собирать. Нужно все ящики собрать на уровне. Ну, блин. Это, видите. Сейчас. А, и это еще не конец, ну ё-моё, я думал, здесь уже все будет, телепорт этот. Так как это мой first run, вообще не знаю, получится ли у меня где-то все ящики собрать. Это, конечно, думаю, будет достаточно сложно. Ого, смотрите, кладезь просто. Ничего себе, сколько жизни. Что, нас к чему-то готовят? Обычно, когда в играх дают столько жизней... то к чему-то готовят. Ну, либо может быть то, что это уровень-то... Блин, сложный был. Компенсирует, короче. Ну, ё-моё. Сейчас уже перевернется. Мне вот Бандикут напомнил Червяка Джима. Прям вот вообще похоже. Во-первых, тоже разнообразие уровней, и даже, ну вот, вид разный, да, то сбоку, то сверху, то там изометрия какая-то, то вперед бежишь, то назад. И вот в Джиме, по крайней мере во втором, там же тоже, помните, насколько были разнообразные уровни, тоже очень красочные. О, о, еще раз, класс. Так, даже получилось назад на ящик вернуться. Так, ну давай.
прыгун на батуте. О, вот и конец, отлично. И там еще жизнь. Просто вообще круто. Вот, и значит... Очень сильно мне напоминает Джима почему-то. Вот. А еще один из подписчиков мне про... Так. О! Островочек, нормуль. Поменяли островок, точно. Второй уже. Так, опять у нас... речка. Так, снова с нами. Ацтекская маска. Вот, и Spyro the Dragon, которая игрушка, тоже я о ней знаю, слышал, видел как бы ее, но сам в нее не играл ни разу. Вот тоже как-то у меня... Вообще я в мало мультяшных игр на первой Sonic играл. Таких вот, ну, веселых. Ой! А, ну ништяк, ладно. Я думал, опять он у меня сейчас в воду скинет. Не, ну надо, да, иногда купаться. И хорошо, что тут еще чекпоинт рядом. Вот. И поэтому... Единственное, я помню, на первой Sonic, во что играл такое вот мультяшное, это Toy Story. Она уже там трехмерная была. И вот в той истории я играл. Хотя вот тоже забыл, проходил я ее даже или нет. Даже этого я не помню. Но играл достаточно долго. У меня она была на диске. А вот такие игры, как... Ну вот, Crash и Spyro the Dragon. Потом еще что было, по-моему, такая довольно популярная игрушка. Coola World. Тоже вот... только читал о ней. Ой, блин, думал опять сейчас свалюсь. Ого. Прям такие милики вообще. Так, ну вот на тот ящик я не буду прыгать. Потому что я сдохну однозначно. С моей-то целкостью. Опа! Ай-яй-яй. Блин, рыбы эти. Точно это рыбы. Какие-то пираньи сумасшедшие. Все наши смерти хотят, блин. Это, наверное, тоже этот... Доктор. Как прям в Сонике. Тоже там сумасшедший доктор. Хотел захватить мир там. С помощью животных. Работник. Ну, кстати, жалко, что серия Соник, конечно, она... Так, тут сейчас надо поймать момент. Успею? Нет. Да, и вот, не договорил. Жалко, что Соник, конечно, такой превратился в пародию на самого себя. И даже не на самого себя, а еще на какие-то другие игры. Ну, в общем, не знаю, разработчики, конечно, сейчас там из огня да в полымя кидаются. А на Сеге, конечно, Соник был очень классный тоже. Из вот таких мультяшных игр прям. Я, на Сеге у меня все Соники были, я их все проходил. Уже прикольная мультяха такая. Червяк Джим, вот опять же на Сеге классный. Такой вот мультяшный герой. А вот, говорю, на Соньке как-то мне с мультяхами не особо. Ой-ой-ой. О-о-о. Вот это было, блин, для меня это, кстати, было круто, то, что я смог сейчас назад вернуться, это прям маневр был такой жесткий. Фига себе тут сейчас подгадать. Вообще. О, есть. О, и конец уровня, отлично.
Текс. Риперу. Чего? Кенгуру? Ё-моё, это что за пси-кролл? По аналогии опять же с червяком Джимом. Это босс, а, это босс. Ой. Ага, понятно. О, все, я понял. Прям вот здесь я понял, как тебя долбить. Сволочь ты такая прыгучая. Сейчас ты меня получишь. Че это за... Это тоже этот доктор псих, блин, собрал. Такую вот крокозябру непонятную. На вот тебе, на кнопку еще. Есть! Ай, блин, вылез рано. Так. А, ну опять ударит. А, нет, мимо цели. Дайте мне базуку. Биг ТНТ, большое ТНТ. Да ё-моё, я ж вроде там стоял в закупке. О, есть, попал! Все, готов. Ну, вот такой вот главарь сумасшедший. Но мы его быстро убрали. В отличие от пузана. Текс. The Lost City. Ладно. Серия, в принципе, уже как раз за 20 минут. Думаю, длинные серии не стоит на такую игру делать. Веселую, легкую, чтобы смотрелось проще. Будем делать коротенькие серии. Так что на этом попрощаемся. Вот такой вот остров, смотрите. Ну, тут, по-моему, побольше, да? Ух ты. Тут и поразнообразнее, по-моему. Да, наверное, дальше будет жестче. Ладно. Я с вами прощаюсь на этом. Спасибо огромное, что смотрели. Можете поставить лайк за мои труды. Всем пока-пока и удачи.